Всем здорова, друзья мои, с вами Спикер и Гордон Фримен. Продолжаем брать уровень сложности максимально, без смертей, все по хардкору, все по-честному. Мы идем в шахту, друзья, а я вам покажу уровень сложности самый трудный. Да, трудный, подтверждаем и погнали. Чувак, походу, сдох уже в огне. Но нужно идти в шахты, поднимаемся уже наверх. Скоро будет тачка, скоро будет много экшена, вертушки. И самое интересное, конечно же. Конечно, концовка. Так, ну что, идем в шахт, там довольно страшно будет, но кажется, там очень долго не будем проводить время. Там все будет очень быстренько. Нам нужно спускаться вниз. Здесь у нас ничего интересного нету. Нычек нету, патрончиков нету. Хорошо, аккуратненько спускаемся, чтобы не потратить много хп. Так, здесь мы не пройдем. Здесь мы не пройдем, нам нужно вот сюда. О, довольно высоко. И что-то, походу, себе сломали. Тяжелый перелом. Бывает еще и легкий. Ничего страшного. Секундочку, мне кажется, кто-то там ползает. Сколько этих мелких тварей здесь. Ох, есть бочка. Есть бочка, одна, вторая, вон там ребята тоже ползают. Они очень медленно и очень быстро некоторые. А некоторые даже и покрупнее. Хорошо, мы взорвем эту бочку, надеюсь, его зацепит. Эх ты да, то, что нужно. Вот так, рванем пару бочек. Выкинул. Видно, даже были гильзы. Обалдеть. Привесовка довольно неплохая. А нам нужно еще аккуратненько спуститься. Вот можно прямо на лестницу. Ух, сколько здесь нычек-то. Так, секундочку. Так, у нас там тоже есть что интересное. Смотри-ка. Можно пройти как раз и вот сюда. Там реально очень много нычек. И нужно подняться, наверное, вон-то по той лестнице уже. Так, поднялись. Они, по идее, умеют подниматься по лестнице. И смогут в нашу сторону подняться. Быстренько берем... Все делать собираем и уходим отсюда. Так, размер дробовичок. Подбегай, подбегай сюда, ближе. Ух ты, да. Сейчас дело все. Ох, жесть, сколько их тут-то. Разбираем все бочки, чтобы они нас не мешали. Они ползут в нашу сторону. Так, аккуратненько спускаемся. Все, друзья, побежали вперед. Бежим вперед и только вперед. Меня прессуют очень сильно. У нас кончилась энергия, и я не могу бежать еще быстрее. Есть бочка. Взорвем. Взорвем, конечно. Нужно, по идее, вон туда. Еще одна бочка. Бежит, бежит, бежит ко мне. Сдохни. Ох, мурашки по моему телу просто бегают. Я прохожу эту игру ночью и очень страшно. Так, так, ползаем, ползаем. Ух, хорошо, парни. Да сдохни. Сдохни еще раз. Так, убегаем, убегаем, убегаем подальше. Спокойно. Не рычи ты на меня. Там были нычки. Ох. Нормально. Ноги, ноги, руки не сломали. Все на месте у меня. Так, хорошо, наполняется энергией и уже маленько поплаваем. Скоро выйдем наружу. Так, ныряем. А вот он сдох. Он просто сдох и все. Утонул. Пока что есть патрончики, пока что реально все без проблем. Так, это что такое? Что за язык? И нас, походу, поднимаем на сам верх. Ох, там есть нычка. Как раз то, что нужно. Нам, по идее, нужно, кажется, вон туда попасть. А мы берем быстренько грани пушку и берем проценты жизни. Нет, не надо. Это тоже не надо. Чувак, чувак, остановись. Остановись. Так, дробовик. Я не вижу. Я не вижу в конце туннеля. Сдохни. Летим вниз. Довольно весело в этих катакомбах. Так, прыгаем сюда и прям под воду. У меня очень много энергии. Совершенно нет ее. Я не вижу, где вы ныреть. А вот и выход, друзья. Обалдеть. Шаг довольно интересная штука. Мне нравится. Мне она очень нравится. И надеюсь, дальше будет еще интересней. Пока что есть патрончики, пару труб у нас разрубленных. Ох ты, да, обожаю эту штуку, как ее интересно включить. Я не вижу выключателя. Так, секундочку, может... Ух, она включается. Она включается и поднимается на самый верх. Ну-ка, идем за ней. Идем за ней, зомби появляются, и дело все это разрубается. У вас там ничего интересного нету. Сколько зомби выходит? Ох, мы выходим тоже. Ребята, всем разом сразу. Обалдеть. Это реально круто. Так, идет обратно. Она идет обратно, ребята, селфи все вне. Я успел реально прыгнуться. Доли секунду я успел прыгнуться. Всех разрубило. О, уходим, там маленькие остались. И вот свет в конце туннеля, друзья. Наконец-то выход. Скоро дадут тачку и скоро начнется перестрелка с ботами. Надоели эти зомби, надоели эти уже катакомбы, темные места, темные локации. Мне хочется больше света, чтобы видно было весь графон Хаувы 2. И мы на месте, друзья. То есть мы вышли. Нам еще идти, по идее. По идее, у нас будет гораздо больше патрончиков. Я вижу чувака сверху, идет в нашу сторону. Берем дробовичок. Эх, давай ко мне. Сейчас будет экшен, по экшену. Хотел в полете, я как-то красиво уничтожил. Вот так в полете, сдохни. Так, он готов. Просто в мясо. Тело в одном конце, а кусок мяса в другом.
пустили просто его на фарш. А у нас есть помощник-снайпер, которого нужно, конечно, загасить. Так, всех уничтожим? Да, всех уничтожим. И сейчас мы тоже его уничтожим. Есть у нас гренка, по идее. 5 гренок. Обалдеть, я даже не использую их. И закинем прямо туда и к нему. Ох. Последняя фраза твоя, чувак, черт. И больше ничего. Так, гренку еще взяли. Хорошо отстреливал. О-о-о, снайпер. Там есть снайпер, патрончики берем. И нужно идти вперед. Нужно подальше от этих бочек. Если он выстрелит и попадет прямо в бочку, нам, конечно, не добровать будет. Там есть тоже бочка. Вот так. Лишний раз лучше потратим патрончики. И быстренько бежим. Оп, готово. Это обычный скрипт. Так, по идее, все-таки должно быть. А где он, наверное, уберем? А можно, наверное, просто его и выцеливать. А, там слишком темно, я не вижу. Так, я там реально не вижу. О-о-о, меня зацепил. Даже очень хорошо зацепил. Так, мы там не пройдем. Мы там все равно не пройдем. Мне нужно пойти. Да чего, какого? Обнаружена кровопотеря. Ну-ка, иди сюда. Как раз нужно один ящик. Так, поставим ящик, как обучали нас в начале серии. Да черт возьми, не так поставил. Хорошо, прыгаем наверх. Нет, нам нужно все-таки... Нам нужен все-таки один ящик. Так, я не смогу заползать, походу. А если мы сможем проползти снизу? Ух, точно, я хотел поверху, а можно, по идее, было просто по низу ползти. Треск дерева. Так, так, быстро, быстренько уходим. Как что не достал? Отрываем чеку и закидываем прям вовнутрь. Я, походу, не закинул. Хорошо, дубль 2. Я опять не закинул. Ох, нормально. Кусок говна все-таки выпался оттуда. Это было довольно сложно. Нам нужны, по идее, проценты жизни, и мне нужна бронь. Ох, есть нычка. Только что не подумал. Так, нормально. У нас много патронов. О, чувак, чувак, чувак. Зомби, зомби. Пускай зомби не сажает, а я просто уничтожу их, и все. Ты готова. Так, Валера, настало твое время. О-о-о, гренка. Как же соскучился по вам, друзья. У него, походу, новая пушка. Да, это новая пушка, я сразу ее ощутил, ее мощь на себе. Так, патрончики, патрончики, мне нужно, по идее, нычки, мне нужно проценты жизни. Я тут ничего интересного не вижу. Так, у меня дробовичок, потому что дробовичком гораздо будет... Ох, есть нычка. Кажется, кого-то я слышал. Или показалось. Не показалось. Так, у нас уже процентов... Много, что ли, патронов? Да какого черта? 60, 30 и всего-навсего. Можно было с собой взять. Довольно мало вас-то. Соскучился по перестрелкам. Надеюсь, их будет гораздо побольше. И я вижу, есть уже ребятишки. Погеним. О, как соскучился по перестрелкам. Так, перезарядку. А пушка реально крутая. О-о-о-о-о. Гренка, гренка, подальше от меня. Прям в мордашку. Сделаем перезарядку. Это и все, что ли? На все, что способны. Собираем патрончики. И идем дальше. Так, что с автоматом? Есть, в принципе, патрончики. Есть две гренки. Довольно хороший автомат. Можно сразу использовать гренку. Так, есть бронь. Есть бронь, то, что нужно. О, держи гренку. А чем я и говорю только что? Так, есть бочка. Ах, не буду использовать бочки, потому что они будут сразу стрелять по бочке и меня сразу прессовать. У них уже крутые автоматы. Где-то перестрелка идет. Так, соберем, наверное, патрончики. Мне нужны будут патрончики. Туда мы не пройдем. И тут у нас больше ничего интересного нету. А, тут у нас, походу, перестрелка какая-то. Сейчас поможем, походу, своим. Ребята, гренкам. Как раз по вашу душу я пришел. Так, он живой еще? Он сейчас живой? Добьем. С
кем, интересно, они перестреливались? Походу, с нашими. Подлатай его, станет лучше, уйди его отсюда. Гордон Фриман, у тебя получилось. Печальная музыка, чувак погиб. Посмотрю, смогу ли я связаться снова. За мной. Давай, я за тобой. Только погоди секундочку, я хотел собрать патроны у чуваков. Да, есть что собрать, есть что интересное. Сюда, доктор Фриман. Без Илая Венца не и вот наша база. Алекс, это Леон. И со мной Гордон Фриман. Гордон, ты прошел через Ревенхольм. Слава богу. Мне нужна помощь. Они захватили моего отца. Его увезли в Новый Проспект. Партигонты выследили корабль, на котором отправили его и Джудит Мосман. Я должна поехать туда, пока еще поезда ходят. Вот тут-то ты и вступаешь в игру, Гордон. Мне нужно, чтобы ты пробрался по берегу до Новый Проспект. Раньше это была тюрьма строгого режима, а сейчас кое-что похуже. Но я все же думаю, что легче пробраться туда, чем выбраться оттуда. Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупятся муравьиные львы. Поэтому я и звоню, Леон. Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Ну, тот, на который отец навесил да, там. Да, хорошая идея. Подожди. Норика, выводи багги и припаркуй его. Поведет Гордон Фриман. Хорошо. Я установила ящик с боеприпасами сзади. Как раз вовремя? Окей, Алекс, мы готовы. Спасибо. Итак, друзья, нам нужно Гордон, проехать я будет. Не ездила по берегу больше года, но у меня нет причин. Походу, вот отсюда, откуда там, и вот сюда. Ну, погнали, будет хороший поезд, значит. Так, нычки, патрончики, давайте открывать дверь и погнали дальше. Сколько можно разговаривать? Мне хочется уже пострелять, погонять. Сколько здесь крови, сколько ребят погибших. Проверить карту, посмотреть, куда идти. Если поможет, в машине ящик с боеприпасами. Будь в машине, используй гидранты, и не будешь уступать муравьиным львам. Я сообщу на базу. Спасибо за совет. И вот на выход идем. Шоссе 17, друзья. Здравствуйте, доктор Фриман. То машина самое готова. Шоссе, по которому придется нам погонять. Запрыгивайте, я опущу вас на пляж. Так, хорошо, у нас припасы внизу. Да, сзади припасы есть. Хорошо, у нас поехали. Есть пушка, по которой можем отстреливать. Давай-ка, детка, спускай меня, газ, ручной тормоз и, по идее, еще ускорение, как мне помнится. Так, что мы завезли? Опускай меня. Ох, какого черта меня спустило! Давай, переворачивайся. Гасим всех муравьев. Нужно пойти взять гравипушку и ее перевернуть. Сейчас дело-то быстренько поправим. Это дело быстренько поправим. Выстрелы. Гордон. И погнали. И началась потеха. Ну что, друзья, погнали уже на тачке. Довольно будет весело. Муравьев львов довольно будет много. А есть ускорение. Ух ты, да. Да, есть ускорение, можно ускоряться. Довольно весело, скажу. Хорошо, выезжаем на дорогу уже и погнали. Вот парочку муравьев, таки мы уничтожили. Но они нас еще преследуют. Ух, дрифтанул-то. Сейчас выйдем на дорогу. Тачка очень рефкит, и управление, конечно, какое-то, я скажу, не очень. Давай-давай, выезжай, выезжай на дорогу. Да что вот за тачка такая? Так, задний ход. Вот это американские горки. Точка довольно хорошо наваливает. Так, секундочку, тут у нас есть нычка. Так, выходим, здесь у нас муравьев походу не будет. Они находятся там, где только пески находятся. Так, возьмем. Нам пригодится. Дорога будет дальняя, и нам пригодится любая нычка. Так, патрончики. То, что нужно. Тут у нас больше ничего интересного нету. Походу и все.
Хорошо, через туннели уже и вперед. О, как сразу дрифтанул-то. Так, задний ход. А тут, походу, прыгать нам вниз. Черт возьми. Так, переворачиваемся. Тачку перевернем. Да, здесь уже обрыв, и нам, походу, нужно спускаться вниз. Как же долго играл в эту игру. Давно играл, и я уже реально не помню, куда ехать. А вот наши муравьиные львы появились. О, наверх. Так, есть там домик, и, возможно, там есть у нас... Так, остановимся. Посмотрим, что есть интересно. Дверь, дверь закрывается. Двери закрыты, что ли? Хотя можно, наверное, попасть-то вот с помощью этого входа. Ну что, заходим. Кусок мяса упал. О, как же напугал. Вон, ребята, ползают. Так, муравьиный лев, походу, у нас на улице, что ли, находится? Так он сдох, не сдох. Так, сдохни, сдохни. Венкой. А тут у нас есть много гренок, можно, по идее, использовать. Если что, конечно, закидать, наверное, прямо вон туда. И, наверное, вот сюда можно закидать. Так, и, наверное, еще одну. Еще одну. Так, помним. Походу, и все. Нужно подняться как наверх нам. Так, где, походу, нам не подняться, что ли? А здесь с улицы пробовать. С другого входа. О, спокойно. Ты какой черт, сколько вот здесь? Дверь закрыта. Нет, дверь открылась. Заходим, заходим. Заходим, закрываем дверь. И вот прекрасный чудный домик, в котором можно просто жить и не тужить. Так, у нас есть лички, возьмем. Ох, тот самый противный. Черт возьми, какого черта я сюда полез? Так, нужно закидать его просто гренками и все. Ну, примерно и так. О, нормально. Так, кидаем, кидаем побольше в него. Нужно было гораздо больше закидывать, ну, в ту комнату. Сдохни, сдохни. Какой живой что-то мерзается. Так, а то он. Так, походу он сдох. Хорошо, пойдем, наверное, возьмем. Что нам интересно, возможно, и будет. Так, пробежимся. Парочку патронов и все навсего, что ли? Ради этого я сюда заходил? Это не то. Не то, что хотел, конечно. Так, давай задний ход. И на походу вот сюда нужно проехать. Проезжаем, ускоряемся. Прям бочком. Тачка реально неуправляемая. Если сделать еще ускорение, она вообще неуправляемая. Она по прямой хорошо, конечно, очень гоняет. Сбивает муравьев просто на ура. Там есть тоже домик, и тоже можно зайти. Там нужно два домика. Так, тормозим. Тормозим, заходим, зачищаем все это дело. Стоит и отдыхает, чувак. Так, один чувак. Подходим к нему очень медленно. У нас нет, по идее, глушителя. У нас есть грави-пушка. Интересно, а куда он смотрит? Сейчас подойдем поближе. Переговоры. Так, нужно взять такое, что реально очень тяжелое. Там, по идее, была канистра. Можно взять канистру и канистры. Сейчас, сейчас веселье будет. Так, где у нас канистра? Так, вот канистра, она будет поджигаться. Главное, по-тихому, друзья. Подходим по-тихому, по идее можно просто швырнуть, а можно просто положить и выстрелить. Хотя спецэффект будет гораздо вот так, покруче. Так, встаем. Ох. Бесшумно. Реально бесшумно получилось, практически бесшумно. Откуда они взялись-то? Вокруг дома, походу, были. Кровопотеря. А вот и нычка у нас. Довольно весело было. Нас просто взяли и окружили. Так, куда он смотрел? В какую сторону? Это, походу, наша база. Прям по курсу, что ли? Это, походу, слишком далеко.
Так, есть нычка, взяли патрончики, в принципе, неплохо, уничтожили всех подряд, а на этой качельке можно покачаться, как мне помнится. Вот таким макаром. Черт, прям по заднице, и мы потеряли хп. Так, у нас есть, по идее, подвал, и можно распуститься в подвал. Ну-ка, спускаемся. Тут у нас ничего интересного нету. Хорошо, погнали на тачку. Погнали к нашей тачке и погнали дальше. Держи, нормально. Отстреливается просто круто. Там есть очередной домик, тоже зайдем, тоже посмотрим, что там интересно у нас есть. Ох, там ребята есть. Гасим ребят сразу же. Вот так. Тормозим, тормозим, задний ход, задний ход. Там бочка есть, бочка. Давай, живайся отсюда. Точно, давай. Сейчас вылезем. Так, готов, мы быстренько заходим, берем автомат и гасим этих муравьев. Так, он сдох, и тут у нас ничего интересного нет, кроме нычек, и все. О, секундочку, у нас что-то есть интересненькое. Сейчас возьмем, разобьем и заберем. Так, внутри тоже есть что есть. Тоже есть патрончики. И все, походу. А у них тут довольно крутая пушка. Но я сесть не могу, в ней жалко. Так, нужно, наверное, пополнить припасы. И использовать автомат гораздо чаще. Потому что патронов у него бесконечное количество. Набираем энергию и прям в него пускаем. Нормально сбивается. Там уже гораздо покруче будет штаб, и там, походу, гораздо будет побольше их. Там, походу, нам нужно подъезжать. Ну-ка, давим, давим, давим его. И давай на самый верх. А, возможно, это наша база. Да, походу, та самая база, которую мы видели в бинокль. Здорово, ребята. Как вам тут сидится? Спускайтесь в подвал. Мы проверяем, у всех ли все есть. А, спускаться в подвал? Окейшки, я тебя понял. Красотка. Сколько здесь бочек? Походу, здесь будет реально какой-то штурм. Сейчас все посмотрим. Соберем, наверное, патроны. Жизни. И будем спускаться в подвал. У нас еще второй этаж есть. Весь дырявый. Обстрелянный. Кстати, тут, походу, есть для ракетницы. Хорошо, спускаемся вниз уже. А то чувак от нас не отстанет. Так, есть у нас там жизни. Ракетная установка. Лучший способ сбить штурмовик. Вот это да. А, привет. Дай мне эту пушку, чувак. Я буду отстреливать. Да, о чем я? А, да. Лазерное наведение позволяет ракете обойти защиту штурмовика так, чтобы ее не смогли... И да, друзья, уровень сложности максимальный, что я покажу вам, что все по правде, все по закону. Сначала это его только разозлит. Но если вам удастся не только выжить, но и несколько раз попасть, можно считать, жизнь прожита не зря. Нормально, чувак, оценил жизнь. Будет с ней воевать? Давай мне, я буду воевать. Да, Гордон Фримен, я не мечтал. Ребята просто засали. Полковник Одесса Кабич. Три снаряда, и можно пополнить. Даже не знаю, где можно пополнить. Штурмовик! Штурмовик. Окейшки, сейчас будет веселье. Где штурмовик? Давайте мне его сюда. Так, летит, я вижу. О, прессуют сразу. Хорошо, будем ожидать. Тут будет довольно жарко сейчас. О, какой мерзавец, оказывается, там. Да, ребята, не мешайте мне. Так, пускай поближе. Пускай поближе, пока он перезаряжает, тогда будем пускать ракету. Так, всего лишь один или двое? Так, прилетает прямо над нами. И держи ракету, прям в задницу. Хе-хе, нормально, уходим, уходим, уходим. Надеюсь, там нет рядом с бочками. Он уж горит. А он уж горит. У нас всего лишь один снаряд остался. Нужно где-то пополнить. Так, поближе. Поближе давай. Слишком далеко. О, перезарядку. Хе-хе, нормально. Довольно весело, скажу. Хорошо, но нужно найти еще... А где? А, наверное, у чуваку припасы. О, твои патроны. То, что нужно. Как раз искал патроны. Гасит, гасит, гасит всех. Чувак, отойдем. Отойди, чувак. Там бочка рядом со мной. 100 хп пока что мы не потеряли ни одного. Фримен, патроны.
О, давай еще один. Давай еще патрон. Чувак, дай еще патрон. Чувак не дает патроны, а я не вижу штурмовик. Куда он делся? Вот задница. Так, ребята, мертвые. Вот, отстреливает. Пошел снаряд. Черт возьми. Хорошо, повезло. Уходим, уходим, уходим. Он слишком далеко, потому что я не хочу рисковать и не хочу на него высовываться. А вот, кстати, хорошая позиция. Очень хорошая позиция, где можно его хорошо отстреливать. Так, где он? Где он? Вот он. Держи снаряд! Засранец. Слушай, он как-то перезарядил очень быстренько. И прям сранит тебе. Довольно весело, скажу. Уходим. Он реально очень быстренько перезаряжает. И просто всрали. Где патрон? Чувак, дай патрон. Дай патрон, дай еще патрон. Черт возьми. Где? Где? Не вижу. Куски мяса уже отлетают от него. Мне, конечно, надо было очень зря. Спасибо за аптечку еще, дорогая. А чувак, где с патронами? Патрон давай сюда. Не успел как раз пустить. Он слишком далеко. Слишком далеко, подождем чуток. Как он залетел? Кто мне будет давать патроны, интересно? Надеюсь, появится другой. Слишком далеко. Да далеко. Чувак, дай патроны. Так, так, нычка. Есть нычка, нужны патроны. Мне нужны патроны, потому что без патронов я никуда не пойду. Я могу его сбить, но мне нужны патроны. Чувак, дай патроны. У меня реально нет патронов, чуваку просто уничтожили. И у меня... Ого, красотка. Красотка, давай сюда. Ты аптечку даешь? Патрон. Патрон давай. Что за фигня? Кто мне даст патроны? Да нафиг мне твое лечение, нужны патроны. Нужно, видимо, пробежаться на... Вон того ангара. Пробежали вперед. Ангар, ангар. Черт. Ох, есть патроны. Чудо. Чудо случилось, и сейчас мы должны сделать чудо. Мы должны сделать чудо. Где, где он? Вот засранец. Дымится уже. Он дымится, мы подходим поближе, и пошел снаряд. Нормально. 55%. Держи снаряд. Черт, буквально два выстрела. Патрон, патрон, чувак. Нет, ты у нас медик. Ребята, дайте мне патроны. Патрон есть? Угу, спасибо. Спасибо за патроны. Сейчас мы его уничтожим. Черт возьми, какой... Как же ему везет. Ему очень хорошо везет. Ребят, дай патроны. Уходим, уходим. Друзья, все очень проходит жестко. Проходит все на очень сложном. И мне просто прет на эмоции. Патроны. Давай мне жизни, патроны. Все вместе. Давай разом. И я пошел на бой. Я пошел на бой. Добивать его уже нужно. Так, пошли на второй этаж. У меня всего лишь один патрон, и сейчас мы сделаем просто невозможное. Мы должны это сделать. Гордон должен это сделать. Так, прессует, прессует. О-о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 -
мои ребята. Как происходит, я не вижу ребят своих. Ребята внутри, что ли? О, есть мечка. Проблем с жизнями реально нету, но проблема есть с патронами. Ребята мертвые, мой тачку прессуют, ребят подбегают. Нет, их просто прессуют, там есть, у нее есть оружие, но нету патронов. Нужно добежать до сарая, либо до домика. Там точно есть патроны. А это что такое? Это вышка какая-то, и там что-то у нас есть интересное. Хорошо, друзья, пробежимся, наверное. Пробежимся, пробежимся, быстренько, быстренько до домика. Нужно упрыгнуться. О, есть патроны. Два патрона, это очень хорошо, есть нычки. И сейчас мы просто... О-о-о-о, его уничтожим. Тут есть еще патроны. Так, крыша, крыша дырявая. Крыша очень дырявая. И мне как-то не очень-то везет. Так, вот он, вижу, все понял. Красотка, уходи в сторону. Нет, рано, 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 слишком близко. Ой, слишком далеко. Пошла ракета. Сральник. Просто в сральник и добивайте его, пока он еще не очухался. Да, нет. То, что нужно. Это просто в мясо. Мы просто герой. Что еще сказать, друзья? Пойдем возьмем нычку и поедем дальше, хотя мы эту, на этом серию закончим и уже продолжим в следующей серии. Довольно было весело, довольно жестко и много потеряли. Ну а с вами был Спикер, увидимся очень скоро. Всем спасибо, кто смотрел. До новых встреч, дорогие друзья. Всем пока!